Всем добрый день, наши дорогие подписчики. Подписчики Ютуба, Инстаграма и остальных соцсетей. Сегодня мы вас познакомим с нашей новинкой 2020 года, теплицей Павильон 2М. В чем заключается новизна? Мы сделали в ней преимущество: высота стены 1,80 м стандартная, ширина 2 метра и высота в коньке 2,40 м. 2,35, если быть точнее. Сейчас зайдем внутрь и мы посмотрим. Замок, как мы обратили внимание, двойной, с двух сторон. Можно зайти и выйти, закрыть и открыть. Теперь смотрим. Стойка получается вертикальная, из трубы 40 на 40. Она цельносварная арка. Усилитель идет, да? Распорка и арка. То есть три вида трубы: 40 на 40, 20 на 40 и 20 на 20. То есть самое оптимальное, если кто хочет выращивать высокорослые растения, это, и чтобы было мало места, это Павильон 2М. Очень качественная теплица, изготовлена из оцинкованной профильной трубы с последующей полимерно-порошковой покраской. Вот так вид с торца. В чем еще ее, кроме высоты? Высота стен, высота в коньке, арки цельносварные. Если где-то по регионам, то мы можем изготовить разборную. То есть вот в этом месте он будет разбираться на две части, чтобы доставка была дешевле. Двери. Значит, проветривание. Проветривание можно врезать в конек фрамугу, в стену форточку. Как на автоматах, так на газолифтах. Видите, это форточка на газолифтах. Сама открывается потихонечку и можно закрыть. Плотно закрывается. Также можно врезать вот в этом торце форточку для проветривания лучшего. И в двери тоже форточку. Вот такая получилась у нас шикарная теплица. Все примыкания у ней закрыты, как и на всей серии теплиц Павильон. Угловой конек, угол идет в комплекте. Здесь идет перелив двойной, то есть поликарбонат здесь снизу, уголок сверху, поликарбонат сверху. В теплицу ничего не попадает. Снеговая нагрузка без ограничений, если с нашим монтажом 10 лет без ограничений, по весу снега. Установить можно как на фундамент из бруса, так и на фундамент из бетона, то есть ленточный бетонный фундамент. Закрываем. Дверь фиксируется, как мы видим, можно на крючок. Видите, все это идет в комплекте. Фиксация от порыва ветра. Фурнитура также идет, вся эта в комплекте. Дополнительно можно купить, вот видите, защита сот идет, перфолента с торцевым профилем устанавливается. Двери форточки разных типов. Двухстворчатые двери с форточками, просто двери цельные, как здесь. Фрамуги, форточки стеновые и поликарбонат тоже на выбор. Монтаж, доставка, тоже все дополнительно, то есть как вы хотите. Если есть вопросы, пишите в комментариях, задавайте. Шаг идет 1 метр, то есть продаем не кратное двум, а любой размер, вообще можно до сантиметра. То есть она идет в прайсе 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот так вот. Если вы хотите заказать, например, 6,5, то у вас по прайсу просто посчитается как 7 метров, а вам сделаем 6,5 длиной. То есть все, что нужно для клиента. Двери право-лево на ваш выбор, форточки вниз, вверх, сбоку тоже на ваш выбор. Все можно оборудовать автоматическим проветрием, чтобы само открывалось и само закрывалось. Вот температуры окружающей среды, то есть улицы. Вот вроде бы все про нее рассказал. Очень получилась хорошая, качественная такая теплица. Надежная, мощная, самое главное. Высокая. Видите? Поэтому ставьте нам лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас. Мы вас любим и ценим. Приезжайте к нам в гости за теплицами. Всем до свидания.